Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители города Судак, улиц Кипарисная, Тенистая аллея, переулок Звездный, Парковая аллея. В конце 90-х годов нам в Судаке были выделены земельные участки, на которых мы на законных основаниях построили, ввели в эксплуатацию и зарегистрировали право собственности на жилые дома, магазины, рынки, объекты общественного питания, аптеки и иные объекты досуга. В настоящее время Министерство обороны Российской Федерации пытается отобрать у нас земельные участки, поясняя, что более 25 лет назад при выделении земельных участков были допущены какие-то нарушения. Поэтому наши участки изымут, нас выселят, принадлежащие нам здания снесут. Просим вас, господин президент, вмешаться в данную ситуацию и помочь нам. С уважением, жители Судака.